Богатые тоже плачут. Кризис коснулся всех слоев общества. Но как бы быстро ни росли цены в магазинах и на коммунальные платежи, жить можно достойно. Советами грамотной экономии программа «Подсказки потребителю» делится с вами, телезрители. Смотрите сегодня в выпуске. Заплати налоги и забери обратно. Как получить имущественный вычет при покупке недвижимости? Сбрось лишнее, худеем без диет и серьезных нагрузок. Экспресс-курс от Центра танцевального спорта. Больше половины россиян считают, что лучшее вложение денег – это недвижимость. Если вы поскребли по сусекам, влезли во все тяжкие долги, кредиты и стали счастливым обладателем квадратных метров, то вы имеете право на частичный возврат потраченных средств. До 260 тысяч рублей оформить имущественный вычет можно в налоговой инспекции. Здесь сейчас проходит декларационная кампания. Мария Чеверева 6 лет назад купила двухкомнатную квартиру, однако тогда претендовать на имущественный вычет не могла. Сидела дома с маленьким ребенком и не работала. В прошлом году, наконец, трудоустроилась. Вместе с ежемесячными отчислениями НДФЛ пришло и право на возврат 13% от стоимости жилья. В нынешнее время деньги совершенно не лишние. А на квартиру расходы всегда большие, поэтому даже небольшая сумма вышло, но все равно очень хорошее подспорье будет в хозяйстве. Имущественный вычет можно получить при покупке любой недвижимости. Квартиры, дома, коттеджа, комнаты или долей в них. На возврат можно рассчитывать, если вы приобрели земельный участок под индивидуальное строительство или возводите дом. Главное условие – наличие доходов, которые облагаются налогом по ставке 13%. Например, зарплаты или материальной помощи свыше 4000 рублей. Налоговый вычет можно получить по нескольким объектам, но общая стоимость приобретенного имущества не должна превышать 2 миллионов рублей. Максимальный размер возврата 260 тысяч рублей. Например, вы купили квартиру за 1,5 миллиона. С нее вам вернут 195 тысяч рублей. Это 13% от стоимости жилья. Остаток в 65 тысяч можно добрать при покупке другого объекта. С процентов по ипотеке тоже можно получить вычет. Сумма ограничена 3 миллионами. А вот с материнского капитала прибыли не ждите. Сумма понесенных расходов, она уменьшается на сумму материнского капитала. Это не ваши денежные средства, вам дало их государство. Соответственно, вы с них изначально не уплачивали налог, то есть они не облагались налогом по ставке 13%. Соответственно, и вычет на них тоже не предоставляется. Оформляют имущественный вычет в налоговой инспекции. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, платежные документы, кредитный договор с банком, справка о доходах 2 НДФЛ, ее надо взять в бухгалтерии на работе, налоговая декларация 3 НДФЛ. Разобраться с ней – задача не из легких, поэтому многие амичи оформляют документ в частных фирмах, которых пруд-пруди рядом с каждой налоговой инспекцией. Справка стоит от 500 до 1000 рублей. Однако теперь заполнить декларацию стало проще. Процесс компьютеризировали. Специалисты налоговой службы помогают занести данные. Владимир Пестеров в 2013-м купил квартиру в ипотеку. Каждый год письменно заполнял декларацию. Иногда на это уходило полдня и куча нервов. Сегодня за 20 минут все было готово. Много фирм всяких, вот за 500, за 1000 рублей, говорят, заполним вам. Не знаю, теперь, наверное, смысла нет туда ходить. Вот все, все здесь есть. После того, как документы сданы, налоговая 3 месяца проверяет подлинность сведений. Затем в течение месяца происходит возврат денег на счет, который указал заявитель. На вычет можно претендовать до тех пор, пока вся сумма не будет выбрана. Пенсионеры могут получить сумму сразу за 3 предыдущих года. Если квартира или часть ее принадлежит ребенку, родители вправе оформить возврат за него. Муж может получить налоговый вычет за безработную жену. В 2015-м около 2 миллиардов рублей было возвращено амичам. Подача декларации о доходах заканчивается в этом году 4 мая. Эх, весной мы все чаще задумываемся о том, как похудеть. Спасательные круги на талии и бедрах, набранные за зиму, не дают нам покоя. Долой лишние килограммы и хроническую усталость. Лучший способ вернуть осиную талию и хорошее настроение – танцы. Всего за месяц регулярных занятий можно сбросить до 10 килограммов. Шаг в сторону. Шаг 5, в сторону. Нога назад. 6 и 7 в сторону. 8. Утро в стиле латино. Педагог по спортивным бальным танцам Татьяна Темникова проводит мастер-класс для ведущих Good Morning Show Бенджамина Лата и Тани Наточи. Ребята с удовольствием учат движение сальсы и заряжаются позитивом. 2,
танцы вообще очень в моде, так скажем. И благодаря танцам вы можете обрести прекрасную осанку, привести свое тело в хорошую форму, почувствовать ритм, почувствовать себя, вообще свое тело. Поэтому будете прекрасно двигаться. Танцам все возрасты покорны. В клуб приходят заниматься и пионеры, и пенсионеры. Самым маленьким танцорам 2-3 года. Самым уважаемым участникам далеко за 60. Но несмотря на почетный возраст, дамы участвуют в концертах, выступают на сцене. И в отличие от своих ровесниц, прекрасно выглядят и не жалуются на здоровье. Ведь танцы положительно влияют на весь организм. Уходят мышечные зажимы, суставные боли. Тренируется вестибулярный аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Замедляется старение. Жизнь становится ярче и интереснее. Когда мы танцуем, обычно какой-то сюжет он содержит, поэтому движением, руками, глазами можно выразить какие-то эмоции более эмоционально, чем простой человек, который не занимался никогда. Поэтому мужчины любят глаза, руки, пластику и красоту. Танцы, я считаю, что улучшают ваше настроение. Знаю сама по себе, если у меня был плохой день, или я его неправильно начала, когда я потренируюсь, когда я проведу тренировки с людьми, мое настроение просто прекрасное после этого. То есть я полна энергии. Танцы формируют осанку и красивую фигуру. С помощью занятий можно легко распрощаться с ненавистными килограммами. Советы наставника помогут похудеть быстро, без изнурительных тренировок и строгих диет. Нужно просто выбрать танцевальное направление по душе и наслаждаться занятиями. В Центре танцевального спорта действует специальная программа «Похудей». Никаких изнурительных тренировок с отягощениями, никакого тренажерного зала. Только танцы, которые дарят отличное настроение. Профессиональные педагоги консультируют по вопросам питания, проводят контрольное взвешивание и, как результат, отличная фигура за пару месяцев. Конечно, останавливаться на достигнутом не стоит. Заниматься нужно регулярно. Сочетание физической, умственной и эмоциональной нагрузки дают превосходные результаты. По сравнению с фитнесом, занятия танцами проходят искрометнее. Когда разучиваешь движение, урок пролетает на одном дыхании. Скидывают вообще просто на улет 10 килограмм минус там за месяц. То есть это реальные результаты. Знаю по своим ученицам. В студии каждый человек может найти ритмы по душе. Есть группы балета у станка, восточных танцев, бальных танцев, фламенко, хип-хопа, брейк-данса, латины, леди-стайл, модерн-дэнс и другие. Особо популярные самые женственные направления танцев, такие как стрип-пластика, подарят изящную гибкость и растяжку. С помощью стрип-пластики можно добиться на самом деле многого. Как подтянутой фигуры, прямой спины, красивых ног, рук и так далее. Но это уже на самом деле вторичное. В первую очередь это можно добиться уверенности в себе, уверенности в том, что ты желанна, красива, что ты хорошо двигаешься, что ты хорошо смотришься, что ты нравишься всем. Можно выбрать удобное время – вечерние занятия или рано утром до работы. Сейчас как раз набирается новая группа на 8:30 утра. Группа Slim Body Dance – это уникальный танцевальный микс. Поможет привести фигуру в форму и зарядит отличным настроением и энергией на весь день. Данная группа подойдет девушкам и женщинам любого возраста – от 16 до 60 лет. В марте можно посетить пробное занятие бесплатно. Помимо Slim Body Dance можно попробовать посетить бесплатную стрип-пластику, бальные танцы в парах, восточные танцы. В студии 5 танцевальных залов, уютные и чистые раздевалки, вежливый персонал. Если вы сомневаетесь, то просто попробуйте, и вы больше не будете скучать, ведь в вашей жизни появятся танцы. Хочешь танцевать? Тогда тебе к нам. Только в марте пробное занятие бесплатно. Набор новой утренней танцевальной группы 8:30 утра. А если ты хочешь стать стройнее, для тебя действует программа «Похудей с Ренессансом». Гарантированный результат за 2-3 месяца. Запишись по телефону 94-82-83 и попробуй бесплатно. Школа танцев «Ренессанс» танцевать научит вас. Приходи. Улица Чапаева, 71. Экономия – это целая наука, овладеть которой под силу каждому. Прислушивайтесь к нашим несложным советам, и в ваших карманах будут водиться деньги. Присылайте и свои советы по бережливому ведению бюджета. Оставляйте сообщения на официальной странице программы «Подсказки потребителю ВКонтакте» или же на сайте нашей телерадиокомпании. Я же с вами прощаюсь. Пока-пока.